Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Кусанёк, Колбаски, Дэн, пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет, усики. Ребята, тысячу лет мы не снимали скибиди туалетов, а их уже вышло очень много разных классных нексботов и просто классных NPC. Здесь 5 курсов, приятного аппетита, у нас обзор на крутых скибиди туалетов. Погнали. Бомб-танк. Я помню, был похожий, но это совсем другой. Смотрите, здесь у него, это что, взрывчатка у него, да? Ну да. А это что у него здесь? Просто как ускорители. Сейчас, ребята, мы на него посмотрим, я включу ему искусственный интеллект. Так, отлетаем подальше. Как вы думаете, будет сейчас он ракеты запускать? Я думаю, что 100%. Да. Поехали. Да блин! Это было мгновенно. Кстати, я ни взрывов, ничего не вижу. Так, а возрождаться есть ли смысл? Так, что ты? Видите, как у него гусеницы здоровые? Кстати, едет вперед, крутится назад. Это какая-то фишка его. Ще дурак, что ли? А как мы его убьем? Ого, я сейчас его убью, пацаны. Так, все, я залетел. Сейчас я возьму читерское оружие, и мы его завалим. О, а если я джавелин? Блин, ну я не смогу, наверное, запустить, он мне не даст это сделать. Он меня и так убил. Ненормальный, что ли? Я шаром АР-2 убью, это будет цирк. О, все, я знал, что вы сейчас его убьете. Ну и меня тоже. Нет, еще не убили. Да успокойтесь. Давайте мы его подвытащим. Да он там залип. Так. Давайте тогда что-нибудь возьмем поярче. Что у нас есть? О, вот. Ребята, сейчас мы его добьем. Подождите, это оружие у нас. Все. Гусанек, красавчик. Кстати, он когда умер, как-то странно скукожился. Смотрите, как он торчит. Ребята, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Давайте добьем на канале 2 миллиона подписчиков. А в Дискорде 50к. Следующий у нас Овен Туалет. Ого! Смотрите, это... что у него здесь творится. Это печь. А если я зайду, он так не дамажит? Получается, это просто он жжет всех? Так, да. Ну ладно, давайте посмотрим, как работает искусственный интеллект. Сейчас я еще его тут немножко рассмотрю. Но это круто. Реально, детализация на высоте, все офигенно сделано. Поехали. Ого. Ого. Так, он жжет, даже когда вблизи, да, пацаны? Странная физика пропов. А, нет, тупая физика пропов, да? Как гусаник обычно говорит. Ну-ка, ну пусть меня... Ого, это он меня так притянул? Да. Что это сейчас было? Это как работает, пацаны, вы чё? Кто его придумал? Как такое... Блин, не... он раздавил меня просто. А ну сейчас откинет еще раз или? Просто жжет. Он куда-то побежал. Да. Странный NPC на самом деле. Ох ты, смотри, что сделал, откинул меня. А я буду лететь и стрелять. Этот чувак... Ого. За карты улетел. Бу. Ах ты говно, блин, откинул меня очень далеко. Лучше килл прописать, чем лететь. И надалеко. Пацаны, это, конечно, жесточайший NPC. Псих какой-то при этом. Да ты смотри, что он делает, а. Ты читер. Придется тебя убить. Пацаны, давайте мочим его. Есть. Есть, колбаски, сын, молодец. Так. Ресуркет Джимен. Ого, вот это у него базуки. Ой. Что? А что-то у него посередине такое торчит, да? Прикольно. Реактор. Это ну да. Ядро. А он с него, походу, стреляет. Только он секунду ходит. А чё, чё ты там делаешь, пиздрик? Улетел от нас, потерялся. Он боится. А ну давайте еще раз подлечу, посмотрим. Вот у меня дамажит. Так, заагрился. Ну не на меня, кстати. Непривычно, что карта это та измененная, можно вылетать за границы. И она реально гигантская просто. Ты куда полетел, Чилипиздрик? Мы тут. Ну куда ты? А может им кто-то управляет? Не, не может быть. Давай еще раз его поставь. Да смотри. Мгновенная смерть. Так, а ну-ка. Ну блин, он должен агриться, он не агрится на нас. О, пацаны! Я знаю, что мы сейчас сделаем. Переходим на следующий пак. Поехали. Да не на меня, ты псих, дурак, что ли, блин?
Да вот вам надо бороться с ним. Да не на меня. Ненормальный. А где он? Да я его ставлю возле Джимена. Он на меня агрится и все. Да вот, черепистик, отстань от меня. Ненормальный, вот, вот. Вот, держи, держи Джимена. А он смотри на меня, сыт. Все, убил. Все, убил? Хотя стрелял по мне, а убил Бедитоли это. Все нормальный? Так, хорошо, давайте тогда мы на него все-таки сделаем обзор. Мочит он хорошо. Так, это у нас Титан УПДЖР. Это его меч в руках. Давайте, давайте мы его рассмотрим. Этого психа. Так, это у него что, ранец для того, чтобы летать? Да, на спине? Ого, у него красным светится. И улыбается лицо. Так, это у него как будто реактор, да, какой-то. Меч у него так прикольно встроенный в руку. А, карабин здесь для того, чтобы он лазить. Хотя если он умеет летать, зачем ему лазить? Ну да ладно. Так, пацаны, я отлетаю, наверное, подальше. Давайте на этом доме будем стоять. Я сейчас включу его искусственный интеллект. Те, кто рядом, прощайтесь с жизнью. Ого. Он прыгает. Он телепортируется, кстати. Давайте, пацаны, я вас сверю. Он достать вас не может. Да, кстати, хотя хочется ему очень сильно. Ого, там нет шансов. Кстати, он выжил. Ого, он быстрый. Ему не нравится, да, то, что мы делаем. Ай. Пацаны, извините, но, блин, ух, он меня, блин, поразил. Просто мечом ударил. Так быстро, вообще жесть, даже не понял, что произошло. Ну, понятно, что я слился. Так, где этот челепиздик? Вон он. За картой. Да я вижу, он опять меня хочет убить. Да блин, пацаны, все, ну не все, мочите все, меня. Да все, о, смотри, как он прикольно умер. Пацаны, на колени. Извиняйся. Теперь лежа. Упал от жопы. Так, ребята, сейчас будет что-то очень эпическое. Апгрейд Дрил Титан. Уверите, как он появляется? Хочу показать, как он появляется. Как он сейчас как-то странно появился. Нифига себе он. А, тогда был искусственный интеллект отключен, и он тогда на месте это делал. Смотрите, какая мощь. Зарывается. И потом в другом месте может появиться. Смотрите, что делает. Ого, он кричит. А что-то вокруг него? Это веревки? Наверное. Нифига улетел. Себе он улетел. Вы заметили, какая у него скорость? Так. Зря ты с нами связался, чувак. А что он там встал? Ну, давай мы тебя подразним немножечко. Пошла мощная ракета, которая около 10 тысяч жизней выносит. И четкое попадание. Прям в затылок. Ну ладно, давайте ближе подойдем. Раз он не понимает. О! Вы его паразит. Еще в конце взорвался очень мощно. Да. Прикольно, кстати, пойдет. Так, переходим к следующему паку. Это у нас кибиди туалет мультивселенная. Только я не знаю, откуда Гусюник это знает, но он откуда это знает. Потому что я сижу за туалетом. Так, ПК-мен агент. Прикольно, у него такие какие-то штучки, да, исходят? Ноли единицы. Лицо такое интересное. Ну да, это уже такой, знаете, как обученный черепиздрик. Пацаны, я включаю искусственный интеллект. Давай. Ну все, побежал. Сейчас он опять, наверное, на край карты, как дурачок, прыгнет и улетит просто. Но пока мисс нет. Руками машет. А, он просто стоит. Все, вот я его, короче, залагал. Ух ты, блин, ты ему в голову просто прилет сделал. Четкий притом. Это не я, это Дэн. А, да? Красавчик Дэн. Так, он ко мне бежит, да? А если мы тут будем стоять? Он уже ко мне не бежит. Кстати, бегает, походу, быстро, так как быстро ногами машет, очень быстро. Хотя попадаю 100%. Ты дура? Не, кстати, он может как-то прыгать далеко. Видели, что он чуданул? Так, и что он там будет ходить? Слышь, возвращайся. Сюда иди. Ой. Ого. Ха-ха, ногой может драться еще. Так, он ко мне бежит, чувствую, у меня жопа. Ну да, это было понятно и так. Ах ты, блин. Так, пацаны, я очень сильно на него разозлился. На, я успел ему встрелить в живот.
Так, я понял, что надо брать. Совершенно верно. Монетка — это самое проверенное оружие годами. Но есть еще и базука серии СМ-2. Сейчас мы его сложим. Эти ракетки очень... А че он завис там? О, развис. Отвали, отвали. Попадаю. Блин, ну толку от того, что я так попадаю. Жизни ничего не выносится. Не, его может взять одна. Так, где он? Так, подожди, где он? А, вот там уже все ракеты взрываются. Водички купаются. Ага, я вижу. Ну все, чувак, я тебе склеил. Но блин, у него очень много жизней. Вот прям очень. Я думаю, что 100% у них у всех по-разному ХП сделал разработчик. Ай. Так, это у нас сейчас будет ПК-мен-агент. Ну блин, они все мощные, так я понимаю, будет. Кстати, вам его форма никого не напоминает? Комбайна. Да. Так, поехали дальше. Вумен-агент. Терминатор-босс. ТВ-титан-апгрейд. И ТВ-титан-апгрейд. Ого, ладно, давайте мы попозже поставим. Давайте посмотрим пока мисс битву эпическую. Это она всех разобрала сама? Ого, такие брызги. Это она бах... Подожди, нет. Там при чем тут я? Та жесть. А ты смотри, что она делает. Пацаны, вам что, скучно? Такое, ой-ой-ой. Так, я понял тебя. А они не будут, да, между собой драться? Чуть-чуть будут. А, блин, не трогай ты меня. Так, хорошо, ребята. Сейчас мы вам устроим райскую жизнь. Так, ну да, я так понял, что они не дерутся между собой. Минус один. Ого, смотрите. Минус два. Это у нас что, терминатор-босс? Ого! Он всех замочил. А чего в тот раз как-то вроде поставил? А его, наверное, гигантский тут убил. А чего он стреляет-то? А танк поставили? Это я, да. А ну давай подальше. А чего это тебе стало? Нет, танк нечестно, он не будет его дамажить. Ух ты! А теперь мы сейчас поставим ему вот апгрейд. Он его просто уничтожил. Просто ни о чем. Вот это оно, это что ж тебе, умирай каждые 5 секунд, уже все поумирали. Так, хорошо, давайте терминатора босса посмотрим. Такой злобный туалет, откуда он вообще появился, как с преисподней какой-то. Нормально стреляет, но не попадает, косожоп. Да слышу, успокойся. Хорошо, давайте посмотрим, справится она с ним или нет. Вумен Титан. А, агент. Сложил он ее, пацаны. А ну-ка, да. Агент 2. Но они все здесь имбовые. Ну да, ну видишь, он их наизично убивает. О, смотри, что делает. Ты дурачок, должен с ним бороться, а он бегает за людьми. Ну ты куда ты побежал? Дуротелло. Дуратино. Дуратино. А потому что вы там, пацаны, ходите, то он там и трется, наши бы вышли. На паутине. Не трёмся мы нигде. А, понял, то он его про... Ой. Ого. Это жесть. Сложил он его, видели? Да. Ну ладно, пошутили и хватит. Все, давай, я его убью. Не, ладно, сейчас у нас будет титан апгрейд. Вот это гигантус. Пушка у него просто нереально мощная. Ну видишь, я умираю сразу, мгновенно, я даже не могу возродиться. Ух, вот эта атака мне его очень нравится. Оп, мужик, успокойся. Так, давайте мы его рассмотрим. Смотрите, какая у него пушка. На руке. Колонки. Вторая вот на руке. На плечах две базуки. Колонки мощные. Получается, у него две базуки и две пушки по три ствола. И реактор, генератор. И реактор, да, дебелиши. Так. Давайте мы сейчас сделаем эпическую битву. Как вы думаете, он этих щенков раскидает нормально вообще? Да. Да. Ну, поехали. Ё-моё. Ого. Все просто. Он просто одним взрывом, да, их уничтожил?
Да. А я сейчас двумя пулями его вынесу. А. Так, хорошо. А, мы сейчас их поставим в конце, не переживай. ТВ Титан апгрейд. Ну, одинаковое название, но выглядят они по-разному. Успокойся. Мы видим, что ты бычара хороший такой. Вот это у него меч. Дорога целая. Какие-то символы здесь китайские. На краю вот эта вот штука, я не знаю, как топорик. Может, он для чего-то надо, я не разбираюсь. Тут у него базука. И здесь у него базука. Так, сзади у него просто реактивный ранец. Блин, соперника бы понайти какого-то достойного. Поехали. Да, он разнесет его сразу. Ну, давай проверим. Все. Ну, странно, они дерутся, пацаны. Давайте, наверное, драться, потому что это со стороны смотрится. Да ладно, хорошо, уничтожил. Давай. Нет. Уничтожил. Давай просто. И уничтожил. Вообще, да, наизично. Да. Еще у нас есть вот такой вот босс, но у него что-то эррорные текстуры. Но мы его все равно поставим, чтобы проверить, убьет или нет. Смотрите, с этим он долго дерется, вы заметили? Ого! Да сейчас он ляжет уже. Телевизоры красным светятся. Напишите в комментариях, кто победит. Победит Туалет или Титан? Соня, как ты думаешь, кто победит? Ну, понятно. Титан, естественно. Разумеется. А ладно. Так. Я хочу, чтобы его убили они. Мочите его. Ой-ой-ой. Ничего, ничего. Че, раскидает всех или нет? Вот это ненормальный. Так, суперсилы еще не применяют. А хотелось, чтобы красный вот это вот. Так, это он просто сжег. Так, и все. Они просто встали и все. Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Ребята, эпический красивый взрыв для вас. И еще одна ракета пошла. 3, 2, 1, бум. Активировалась идеально. Ой-ой-ой, я аж с крыши слетел. Ого, что-то поприлетало.